Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Чистка молитвенной порчи». Есть такой вид негатива, когда во время чтения молитвы проводится ритуал, негативят на вас, или вы каким-то образом столкнулись с людьми, которые... или перешли дорогу кому-то, как говорится, или кто-то вам специально во вред, чтобы навредить вам, что-то сделал, или практикующий какой-то маг, или просто люди, которые ходят к каким-то мастерам, и вот они решили вам навредить. А там применялись какие-то разные виды негатива. То есть такое, читается молитва по-разному, с конца можно читать в разных местах. То есть и на кладбище читают молитвы, и по-разному, и вставляют какие-то слова. Я просто не хочу говорить, чтобы не рассказывать секреты, как это делается, чтобы навредить. Но вредить можно по-разному. Даже во время чтения молитв. Поэтому не хочу рассказывать, как это делается, чтобы не наталкивать людей на какие-то негативные действия, да? Кто еще полностью не знает, как вредить, но есть такие люди, которые интересующиеся, которые хотят что-то сделать, но полностью не знают, сработает или нет. И, конечно же, многие смотрят меня, мои ритуалы смотрят разные люди, друзья. Сегодня чистка молитвенной порчи. Кто уже с этим столкнулся или кто из вас пострадал от этого? Даже если вы не догадываетесь, что вам что-то делают, какой-то негатив, но вы уже получили свою порцию негатива, негативных воздействий или каких-то специальных негативные слова какие-то в вашу сторону были сказаны, но по-разному, конечно. Сегодня чистка молитвенной порчи, все, что связано с молитвами, с негативом, когда применялись разные молитвы, друзья. Так, чистим вас. Вы смотрите, чистим вас, обратка в моих ритуалах идет автоматически. Вы просто смотрите, пожалуйста, смотрите. Во всех моих ритуалах работает энергия, благодаря моим умениям, усилиям, моим наработкам. Я вам помогаю, друзья, чистим негатив, чистим молитвенную порчу. У кого-то сразу чешется левая рука, потому что негатив вам прислали. Или во время того, когда вам давали деньги, вы брали. И в этот момент вы получили негатив, порцию негатива. Вот сейчас чешется левая рука, ладонь левая. Просто смотрите, мой ритуал чистка новая, чистка молитвенной порчи.
читалась молитва и вставлялись какие-то слова. Кроме молитвы, не могу это говорить вслух. Тут и мусульманские молитвы, и христианские молитвы разные. И какие-то тексты тоже молитвенные, священные читались и вставлялись еще разные слова, негативные. И именно. Чистим молитвенную порчу, друзья, для всех. Не имеет значения, какого вы вероисповедания, это не имеет значения. Смотрите. Кто-то знает, что вы очень молитесь, и вот бьют по вашим больным местам, то есть по голове, друзья, по сердцу привязки идут. Так как вы молитесь, и вы боитесь наказания Бога, да, высших сил боитесь наказания, вас пугают.
И вот этим вас и пугает ваше слабое место. Но не ко всем это относится, друзья. Может, это не ваша информация. Значит, просто смотрите чистку. Но я смотрю, что бьют по голове. Часто болит голова, или вы такие можете быть как будто бы туманная, да, какая-то голова, или какая-то туго соображаете, может быть, или в таком сонном состоянии вы можете быть очень часто как-то вот так, или какая-то такая тяжелая голова. Ну, там предметы, не только читалась молитва, а там предметы разные применялись. А кто-то говорит, у меня ничего не получается. Из вас кто-то говорит, у меня ничего не получится. Ну, сеют страх, заселяют вам в голову, вселяют страх для того, чтобы вы боялись, чтобы вы думали, что у вас ничего не получится без тех людей. Или вот они хотят на вас влиять, что у вас самостоятельно, вам никто не поможет, вам говорили, да? Что вы ничего не стоите в этой жизни, вы сами ничего не добьетесь самостоятельно, без каких-то людей. Вот они вам такое говорили или периодически вас пугают. Так, ну сейчас становится легче, да? А отпускает голова, у кого-то даже руки, у кого-то немели руки, особенно левая сторона, левая нога, левая ступня. Как-то вот по левой стороне было такое вот ощущение, не у всех, друзья.
А сейчас отпускает. Голова становится легче, плечи, да? Поясница, ноги. Сердце успокоилось, потому что как-то дергало сердце. На шее у кого-то так вот щитовидка, или вот бывает, знаете, дергается, как будто бы сосуд на шее, такой вот кровеносный сосуд, да? Сонная артерия, наверное, там находится. Вот какое-то такое вот было дерганье какое-то, сейчас это прошло или немножко еще осталось, но становится легче. Так, сжигаем молитвенную порчу, все, что было сделано. У кого-то собачка болеет, да, скулит, или как-то вот какие-то такие звуки какие-то. Или тоскует вот собачка какая-то, слышу. Друзья, можете посмотреть этот ритуал два раза, но три это будет сразу за один просмотр, два раза. Можете посмотреть, кому необходимо, но три раза это будет, наверное, уже даже слишком, потому что бывает, если вы пересмотрели или много посмотрели ритуала, вы можете не уснуть, или вы будете, будет бодрость такая у вас, или вы не сможете уснуть. Бывает такое, перенасыщение бывает энергии, поэтому аккуратно. В моих ритуалах очень хорошо спать. Но если вы много сразу посмотрите, особенно на ночь, то, конечно, может быть такое, что вы не захотите спать. Или не сможете уснуть, поэтому аккуратно, но в основном в моих ритуалах спят хорошо. Под мои ритуалы сама сплю, тоже включаю и усыпаю, и могу подремать, потом проснуться, включаю следующий ритуал, опять дремаю, тоже нормально, или просто могу слушать.
То есть проверяйте, как работают мои ритуалы, потому что вы-то разные, восприимчивость разная у вас, энергетика разная, возраст разный, понимаете? Поэтому активность у вас разная. Так, по поводу консультации, пишите WhatsApp, Viber, Telegram, друзья. Пишите SMS, я отвечаю всем. Записываемся на консультацию заранее. Моя консультация платная. На консультации разговариваем о ваших проблемах, друзья. В комментариях вы пишете ваши благодарности, поздравления, ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов. Ваши сны вы можете писать, только не задавайте вопросы в комментариях, пожалуйста, мне. Отвечать не буду. Можете писать. Читаю ваши комментарии, вас благодарю за донаты, за лайки, за комментарии, за подписку на мой канал, за помощь в развитии канала, за донаты, за помощь, за благодарности мне, за денежные благодарности мне как мастеру. Я вас всех тоже благодарю, друзья. По поводу индивидуальной работы с вами. Я провожу индивидуальную работу только после консультации, друзья. По желанию, после консультации. Тоже моя работа платная и индивидуальная работа платная. Потому что на консультации сначала нужно поговорить о ваших проблемах. Понимаете, разобраться на консультации нужно в ваших проблемах. Так, сегодня было много сказано, друзья. Энергетика хорошая, ритуал серьезный, смотрите. Я вас всех благодарю. Высшие силы вам помогают через меня. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!